Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. Сегодня 19 апреля. Мы находимся в Сарагаче, в теплице у Шамса. Здесь высажен у нас гибрид томата от компании Саката 0011. Семена были посеяны 5 февраля. Высадка рассады была произведена 10 марта. И обратите внимание, кусты какие. Сейчас они нормально развиваются. Вот первая плодовая кисть. Вторая кисть сейчас находится в фазе цветения. Здесь растет гибрид также от Сакаты 064. Также первая кисть уже на всех кустах завязалась. Вот здесь мы видим, вторая кисть цветет. Третья кисть начинает цветение. И четвертая кисть в фазе, вот бутоны мы видим. Так, и третий гибрид 084. Тоже от компании Саката. Так. Также вот здесь первая кисть завязалась. Вторая цветет в фазе цветения. Третья бутоны. Пока, в принципе, большой разницы между тремя этими гибридами не видно. Они пока схожи, но, конечно же, разница будет видна по созреванию. Мы уже посмотрим, какова будет разница между сборами плодов по скороспелости и по виду плодов. Только чуть позже можно будет сделать выводы. Следите за нашим каналом. До новых встреч!